Рюкзак Коллеги – это рюкзак, продуманный до мелочей. Изделие изготовлено с учетом всех потребностей клиента. Он настолько продуман, что каждая мелочь принадлежит для какого-либо предмета. В нем нет обычных отделов, в которые нечего положить. Вне зависимости от пола и возраста изделия могут носить как мужчины, так и женщины. И выбрать можно серый, красный, черный, либо темно-синий цвета. В чем же преимущество этого рюкзака? Положительные качества изделия заключаются в следующем. Наличие системы распределения веса – раз. Изделие отличается безопасностью – два. У продукции есть внешний USB-порт – три. Потайные карманы – вы можете легко добраться – четыре. Фурнитура обладает высоким качеством – пять. Цена на товар установлена приемлемая – шесть. Оригинал стоит намного дороже. Рюкзак можно брать с собой всюду. 7. Итак, рассмотрим все эти преимущества по порядочку. Итак, потайная молния. Скрытая молния считается одним из основных преимуществ изделия. Ни одному вору-карманнику не удастся открыть рюкзак и совершить кражу, потому что расположение молнии со стороны спины. Таким образом, нельзя порезать вещь. Он служит надежной защитой от сдавливания. Скрытые карманы изготовители расположили на спине изделия, а также на его лямках. Они принадлежат для расположения следующих предметов. В карманах можно хранить деньги на проезд, пропуски, проездные и другие мелочи. Далее, защита от порезов. Ваши вещи будут находиться в надежном месте благодаря уникальному сочетанию слоев, на изготовление которых были израсходованы несколько разных материалов. Твердый и надежный каркас представляет собой цельный полипропилен. Он служит в качестве вставки. Стильную ткань из полиэстера предусмотрели для верхнего слоя. Мягкий материал из одного слоя служит в качестве защиты от ударов. Затем сшита ткань несколько слоев. Она обеспечивает дополнительную защиту. Кроме того, этот рюкзак является водонепроницаемым. Изделия изготовлены из ткани, которая не пропускает влагу. Материал настолько прочен, что имеет способность отталкивать воду. Рюкзак Коллеги Боди можно носить под дождем, и все вещи, находящиеся в нем, останутся абсолютно сухими. Ему не страшны влажные места, изделие легко переносит сырые помещения. А это означает, что вы можете заниматься прогулкой и ездой на велосипеде под дождем, если вдруг вы попали. Также вы можете с ним ходить пешком, также попасть под дождь. Ваши вещи будут сухими и не промокнут. Дополнительный USB-разъем. В рюкзаке есть специальный кабель специально для зарядки. Одну часть изготовителей расположили в потайном отделе. Она находится под подкладкой. В это место удобно поместить аккумулятор. Во внешнем месте находится второй конец. Его расположили на правом крылышке. Она служит соединительным средством между мешком нижней части. Такой вариант считается удобным, так как заряжаемый телефон находится в кармане брюк. Благодаря созданию правильной конструкции телефон либо планшет легко заряжается в любом выбранном месте без расстегивания молнии. В случае дождя влага вовнутрь рюкзака не попадает, потому что порт USB направлен в нижнюю часть. Внутренние карманы на молнии имеются на каждом имеющемся крылышке, в которые легко помещаются смартфоны. Как его правильно использовать? Рюкзак Коллеги Боди легок в использовании. Применение изделия не составляет никакого труда. Он легко одевается, используется в течение длительного времени и по весу достаточно легкий. Значит, в сам рюкзак может войти множество предметов. Это ноутбук, имеющий диагональ 15,6 дюймов, различные электронные книги, планшеты, гаджеты, телефоны, также бутылки, фотоаппараты, зонтик. В общем, все карманы предназначены для чего-то. Есть карманы под ваши ручки, есть карманы под жетоны, карты, под различные плоские вещи, под пауэрбанк и так далее. То есть этот рюкзак имеет карманы под каждую вещь. Углы открывания. Значит, рюкзак Коллеги Боди имеет три положения, в которые он может свободно раскрываться. Угол 30 градусов. Первое. Угол 30 градусов предусмотрен для того, чтобы удобно было достать из сумки необходимые предметы, при этом держать ее в руках.
Второе, под углом 90 градусов можно зафиксировать, если обстановка спокойная и надо достать предмет. Третье, чтобы полностью открыть рюкзак на 180 градусов, необходимо установить положение. Ограничители, которые на кнопке и на липучке, предусмотрены для крепления половинок под угол, чтобы полностью раскрыть отделение, необходимые липучки расстегнуть. То есть рюкзак имеет различные положения, это угол обзора 30 градусов, 90 градусов и полное открытие 180 градусов. Значит, ребята, отличный рюкзак, достаточно функциональный, недорогой. Вот. Советую всем к покупке. Если понравился видосик, не забываем ставить лайк, подписаться на канал. Желаю всем добра.